В Николаеве неизвестные пытались поджечь офис Ассоциации участников и инвалидов АТО. Ночью они бросили бутылку с зажигательной смесью в окно, но промахнулись и попали в соседний офис. Бутылка с керосином влетела в помещение, а вот горящая тряпка, которая выполняла роль фитиля, застряла в окне. В результате кабинет главбуха местной дирекции фонда соцзащиты инвалидов не загорелся. Еще две бутылки остались на асфальте возле здания. Следы гари на тротуаре и разбитое окно рано утром обнаружила уборщица. Все вещдоки изъяла полиция. У нас есть предположение, что это могло быть в наш адрес, потому что наши кабинеты находятся тоже на втором этаже. И наша вывеска Ассоциации участников и инвалидов АТО три раза за последнее время обрисовывалась различными угрозами.